Итак, всем доброе утро. Хотела пожелать недоброго, но опять скептики начнут говорить, что я не люблю себя и окружение, поэтому желаю недоброго утра. Но я честно желаю тем, кто начал эту войну, чтобы оказались в такой ситуации, как оказались вчера и сегодня миллионы людей. Не было ни света, ни холодной воды, ни горячей воды, ни отопления. Мы малышку продержали до утра, чередуя втроем ее на руках. Потому что в квартире было холодно, мы включили газ. Но вы понимаете, мы не можем на всю включить газ, чтобы не задохнуться. Это ужас. Я не знаю, с грудным ребенком при свечах, при фонаре каком-то. Ну, виновата я еще. Виктор Владимирович меня выругал, правда, есть. Я была дома, он на сутках, и мы не додумались. Вернее, прогавили зарядить пауэрбанки. Фонарик один сел быстро. Но мы эту ночь пережили. Слава богу, была вода запасена. Плюс на улице есть колонка. Мама сходила, набрала вот ту канистру, кто видел, которую говорила, что это не канистра. Я даже суп успела приготовить, мясо пожарить. Потом мама бутылочки кипятила. Ну, конечно, сутки. Обещали сутки без света и без ничего. На данный момент свет включили, а водичку сказали, включат попозже или будет привоз водички. Но сейчас водичка уже появилась, холодная побежала. Насколько непонятно, наша задача быстро набрать ее во все тазики. И я по центру сейчас кружочек делаю. Я по делам выходила. Полезная информация для тех, кто находится в городе Сумы. Для переселенцев, для малообеспеченных, для детей, для родителей с детьми. Там по определенным критериям есть фонд «Серед людей». И вот они выдавали и выдают сейчас сертификаты на 750 гривен в магазин «Аврора». То есть ты можешь прийти купить. Я думала, что выдадут сертификат, и ты должен купить сразу все на 750 гривен. Нет, выдали карточку. Карточка действительно 90 дней, и ты на нее можешь в разное время что-то купить. А я сейчас, поскольку и мама, и Витюша дома, позвонила, малая спит. Сказали, чтобы я не летела, а нормально, как нормальный человек, шла домой. Куплю себе чашечку латте. Вот давно я хотела. Опять мне сейчас напишут, что беременности нельзя. Педиатр мне разрешила.